В преддверии новогодних праздников мы все ждем волшебства. Создать особое настроение помогут живые цветы. Букеты и корзины с новогодними символами подарят не только знакомый с детства аромат, но и сделают атмосферу сказки. Сегодня в моду входит украшение своих домов живыми инсталляциями. Новогодний венок из веток пихты. Красиво, модно и необычно. Также на помощь приходят яркие игрушки и праздничные абажуры. Вся эта красота не только привнесет праздник в ваш дом, но и будет радовать глаз не одну неделю. Подарить чудо родным и близким просто. Однако не каждый флорист сможет воплотить ваши фантазии в жизнь. Важно правильно выбрать салон, тогда даже самые смелые идеи обретут форму. Широкий спектр услуг подчеркивает профессионализм студии. Оформление и декорирование любого праздничного и повседневного пространства, разработка концепции свадьбы и других торжеств, а также дизайнерские идеи и аксессуары ручной работы. Мастера с легкостью создадут неповторимый свадебный букет, выполнят цветочную композицию для любого торжества и создадут оригинальный декор. Для подарка важна авторская упаковка. Она подчеркнет ваш изысканный вкус и дополнит сюрприз. Цветы – это послание для самых дорогих. Задача флориста – помочь его донести. Ведь главное в любой профессии – понимать и любить своего клиента. Цветы сопровождают самые радостные события нашей жизни. Особенно в Новый год так важно подарить радостные эмоции. Помните, для цветов не важен повод. Букет роз, хризантем или лилий – это уже праздник. Цветочный салон «Ирис» в декабре отмечает свой третий день рождения. По случаю праздника студия открывает официальный офис и магазин цветов и декора. Любой желающий сможет посетить мастер-классы по декору и флористике. Выпейте чашечку ароматного кофе и окунитесь в атмосферу Прованса. Салон «Ирис» поздравляет новосибирцев и гостей города с Новым годом!